Всем привет, дорогие зрители! Сегодня я приехал снова в район Махмутлар. Нашел трехкомнатную квартирку, дизайнерскую, под ключ, по очень хорошей цене, которая находится на 10 этаже 12-этажного проекта с инфраструктурой. Значит, так у нас здесь есть такой просторный бассейн. Шезлонги уже перевернуты, почти бассейн уже спускают. Здесь пока воду не спустили. В некоторых резиденциях уже спустили воду. Так, такие цветочки. Такая парковка открытая. Там висит банан. Прямо куст на открытой парковке. Там у нас генератор. Здесь парковочные места также есть для лилисопедов. Здесь у нас детская игровая площадка. У меня раньше тут был объект на продаже. Я уже здесь снимал. Здесь беседочка такая. Территория очень просторная. Там зона барбекю. Если купите шашлык-машлык, то вызовите меня. Приду с любовью. Вот такое здание. Строил качественный застройщик. Проекту где-то 11 лет. Да, 11 лет проекту. Нет. Уточню. Проект не старый, новый. Здесь есть игровая зона. Угу, открыта. Такая игровая зона. Бильярд, теннисный стол и мини-футбольный стол. Так. В этой стороне у нас сауна. Угу. Просторная сауна. Зона отдыха, зона ожидания, скажем. Здесь санузлы, душевые кабинки. Айда, здесь 220 лет. Тут у нас фитнес. Закрытого бассейна нет. Вот такой фитнес-зал. Время работы написано. 9 до 10 лет. Два лифта вызовем. Пока он придет, я здесь покажу, что лобби, вход, вот ресепшн. Вот здесь просторный садик, вход, скамеечка, кранчик с водой. Я уже здесь снимал вроде. Вода есть. Пить нельзя, но я буду. Так. Лифт пришел. Вот такой лифт. Вместимость 5-6 человек. Поднимаемся на 10 этаж проекта. Проект 12-этажный. Поднялись мы. Две квартиры тут. 5 квартир на этаже. Здесь вот такая лестничная площадка. Дорогие зрители, проект 2015 года. Не 15 лет, а 2015 года. Такая прихожая. Так, здесь устанавливается шкафчик встроенный. Вот такая прихожая. Свет еще не включили, абонемент оформляется, санузел. Здесь душевая кабинка, санузел просторный. Так, сразу покажу спальню. Вот такая двухкомнатная квартира, тут спальня. Просторная спальня, 75 квадратных метров. И здесь гостиная, совмещенная с кухней, вот такая просторная.
серая мягкая мебель. Ну, такая вся. Такая романтика тут. Так, здесь у нас картинка с девушкой. Темновато что-то. Да, света нету, темновато. Телевизор фирмы AVOX, новенький, сниму пленку, не снимается. Да. И вот такая мебель интересная, кухонная. Вытяжка фирмы БК, это новая модель. Видите, что такое? Еще металлическая, не пластмасса. Это тоже остается в квартире. Духовка в ретро-стиле. Вся техника фирмы Бека. Новая. Так. Просторный балкон. Вот такой вид на здание и на горы. Еще и на античный город на Ува. Также можете застеклить этот балкон, будет дополнительная комната, как внизу. Дорогие зрители, как вам квартирка двухкомнатная, 1 плюс 1? Цена этой квартиры 74 тысячи евро, дорогие зрители, обращайтесь, скидочка маленькая есть на эту квартирку. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать свежие ролики, и комментируйте. Я на них отвечаю, поздно, но отвечаю. С вами был Агаси из Солнечной Алании, район Махмутлар. Всем пока-пока.